Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Юрчик и Тоха. Мы находимся в GTA 5, и это у нас шоу «Битва копов против воров». Там слон народ. Конец, пи***ц, здорово, народ. Конь, ты где? Был конь и исчез, ты куда делся? Украли коня. Вот, ребят, такой здесь опасный район. Друзья, сегодня мы находимся прямо в очень крутом таком мажорском районе. Это у нас район пляжа Лос-Сантос. Именно здесь сегодня мы поиграем в битву копов против воров GTA 5. Цель очень проста. Мне нужно угнать мы тачки. Мы с тобой поиграем. Вы поиграете со мной, ну ладненько. У нас есть три стоянки, находится первая здесь, вторая здесь, третья здесь. На каждой из них у нас есть по три крутые тачки, которые сегодня я должен буду как-то незаметно постараться угнать. Ну а копы должны не дать мне этого сделать. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А мы уже готовимся к нашим первым угонам. Let's go! Окей, ребят, ну что же, мы готовы. Ну, посмотрим, что получится. Есть сегодня идеи, есть планы, есть стратегии. Как можно было бы постараться угнать тачки. Какие очки. Планы, какие стратегии, колись? Ну, я вот сейчас подъеду, все увидишь, все узнаешь, наверное, да? Рано или поздно, да. Нет, это сразу предупреди. Не. Так, а вы сегодня как? Вы сегодня под прикрытием как-то? Или вы сегодня яркие как? Под приколом. Под приколом? Под приколом, может быть, тогда. Под приколом, да. Под приколом. Это разные вещи. Да, ну ладненько, хорошо. В принципе, на самом деле, тачек, как бы, на самом деле, немало сегодня у нас на угон. Поэтому... Да идите отсюда. Это кому там? Иди тут. Ботом. Ботом? Ботом? Ёпта. Это чит? Нет, не чит. Ладно. Это? Это не чит. Хорошечно! Какой там чит? Чит? Какой молодой тебя интересует именно? Ладно, да? Бомж сдох. А, не, он бухой был. Фига ты удивился. Бомж сдох. По факту. Так, где-то. Так, а почему машина пустая и никого нет? Не знаю. О, я вижу пацана, это нормально, что бомж прыгает. О, еще бомж. В смысле еще бомж? Ну да, мы инстанцию отключили, но не так уж что. Я понял. Да да ёпара. Да я что сделать, что не успел, алло. Да сядь ты, дурак. Ой, конченый. Да, действительно, троит. А, он сел? Да, присел. Да вам показалось. У кого-то с поворотами проблем. У меня. Нет. Ах ты пёса. Ты ошибся поворотом. Что-то я смотрю, у тебя она вперед вообще не едет. Да она едет, просто у вас помощнее будут турики, чем этот турик. Да нет, ты шлифуешь слишком. Она не поворачивает ни хрена. У вас урики слишком мощные для моего урика. Ну знаешь, я бы не сказал. Тактика не сработала, ладно. Не сработала? Тактика галактика? Или ж мактика? И то, и другое, и третье. Ага. Так, ладненько. Слышь ты, Черкаш, иди сюда. Про Тоху или про кого-то? Нет, про тебя, черного. Да бля, что с поворотами? Как я давно не катался на хурике. Так. Да, нормально. Нихат ты Мансур, слушай, в пятом поколении. Есть такое. Это фамилия? Нет, это призвание. Да ты заколебал. Да охренеть, ты прикинь, у тебя машина как будто маневреннее в разы. Я кое-как за тобой успеваю. Да я просто мансеру, 2000. И быстрее еще. Какого хера вообще? На-на. Получай скамейка. Най-най-най. Я вас найти не могу. Да мы уже на магистрали, успокойся. Да я это в курсе. Я видел, что туда поехал. Не, Ванёк, это не играет, у меня слишком медленно. Скоро камешка едет. Ладно. Тяжело будет его проехать. Ладно. Так, нарни. Нарни нету, ладно. Ну ладно. Блин, такое ощущение, как будто ты ускоряешься где-то на 20 км быстрее. Думаешь? А? Она не поворачивает! Это уже другая история.
Слышь, пельменчес. Пельменчес, в смысле Тоха, который... Тоха, который пельмень. Тоха, который пельменчес, да. Может, конь пельменец съел, кто знает. Ну, да. Может, пельменец каешься, конявый, давай, иди сюда. Я вас найти не могу. Где, какой магистрали вы? А, я рядышком. Ага, понятно, под мы с банком. А, я рядышком. Все ясно с тобой, все ясно с тобой. Что-то мне надоели эти гонки, потому что ты постоянно где-то в 1.20 метра от меня впереди, я тебя, сука, догнать не могу. На! Вот, наконец-то. Так, тихо, не спрыгай. Вниз упал? Нет. Блин, почти! Ты почти сделал свое предназначение! Вот это хорошо было. И все равно не свалил. Опа, вертолет. Я будто в вертушку запулил. Рок выставляю в следующий раз. Блин. Да ладно. А, ну ладно, херня. Ну, ну ладно. А ты ниже улетел, ах ты пес. Да могу я поехать или нет, уже ёпар СТ. Сука. Че такое? Я с магистрали на магистраль съехал. Так идеально переехал и на другую магистраль перелетел. Ну все, габело, походу. Надеюсь на это очень. Чего? Так. Не знаю, я хер зайдем. Что? Ага. Кто? Они так должны быть раскиданы? Кто? Ну, вряд ли. Я возле больнички, я только вот съехал. Где вы? Есть кто-нибудь? Блядь, кто там? Это я понял, а где искать? Ладно, я, короче, запарковался, в принципе. Все, я как бы готов, наверное. Вот. Юрач, трюкач, блин. Ну, это есть такое. Ладненько, хорошо. В принципе, первую машину мы с тобой угнали, поэтому... Мы с тобой дальше. У тебя что-то разбавишься. Я и мой друг без определенного места жительства, поэтому идем дальше. Короче, если вкратце, то, ребят, есть одна стратегия, есть один план. И мак, конечно, аппаратик обалденный. Чекайте план, просто. У тебя есть план? Я скоро приеду. Да. Что? Ты где там... Что? Странно, ладно, не важно. Я ж не еду, не ссы. Хорошо, договорились. Ага, понял. Ладненько, на самом деле, есть, опять-таки, есть идея, есть стратегии, есть план. Нихуя себе райончик, мать вашу. Какой там райончик у тебя? Каких-то халупах, а тут на ниссанах катаются, на бэхах всяких, на РСках. Серьезно? Ну, это мощно. Это мощно. А что, он не ломается? Кто? Остановка. Остановка, не знаю. Драк. По поводу остановки я ничего не знаю, но очень интересно, честно говоря. Вот это Батяре не повезло. Я зеленый, ну да. Сама беспалевность. Ну а ты... Просто зеленый мы знаем. Ты как будто красный и вообще незаметный, да? А я не красный. Яркий. Ты яркий, красненький. Вот видишь, у тебя глаза долбятся, а я черный. Ладненько, так, сейчас будем сделать красиво. Так, короче. Есть план, есть цель, не вижу препятствий, как говорится. Правильно? Да, правильно. О. Поэтому... Не знаю. Не знаю. Ой, прости, мужик. У меня есть тактика. Я байкер сбил. Стратегия. Какая есть стратегия? Страхтика. Стратегия. Тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра. Какая у тебя есть стратегия? Чё? Он ботов запустил, слышь. Да ладно. Каких ботов? Да. Ну это нечего объяснять, дави. Вот это зеленый 100% ботяра. А. Я понял, он на желтый. В смысле, на желтый я на желтый, это не я. На желтый не бот. Боты так себя не ведут. Как? Ну они не давят меня. Ну. Допустим. Они пытаются сразу свалить. Капец, у меня громкий. Блин. Да, у меня давай. Есть гениальный я план. Я давай, так переворачивайся, понимаю, собака! Мне даже тебе мешать не надо, ты сам перевернешься, да? Давай. Давай. Да Тоха, блядь, мне тяжело ехать на этом куске огромного металла. Бля, это рейс не могу сдвинуть. На нахуй! Уничтожил бота просто. Я и говорю, чем мне? Даже мешать тебе не нужен, ты сам перевернешься. Бляха-муха, это такая боль. Что я угнал? Ну что это за кусок просто? Ты как пушинка. Да это кусок просто, короче, не машина. У меня плохая для давай тебя туда новость. ТРХ-то я остановлю, а вот Хэмэдж в другую сторону уехал.
Да поехали, бляха-муха! Тоха, выруби мультиплееры, реально. Сделай по нулям. У меня тормоза только стоят. Что ж ты, фраер, у нас не очень такие, сдал назад. С тормозами. Я тебя почти не касаюсь даже, ты сам улетаешь. Это пинга называется. Как вы думаете, я сейчас поеду, я хому найду? Не знаю. Кстати, дарит, потому что... Фига ты улетел! Конечно. Блять, хомуха! Ага, ладно. Нет! Короче, я сломал ТРХ, он без колес, и он тупит на одном месте, но хому я не найду, наверное, уже. Надеюсь, что не найдешь его, потому что... Только если этот олух где-то тут рядом врезался. Врезался ей? Так, ладно. Пес, а? Я его потерял. Кого? Ванька? Да. Охренел, что ли? Охренел, что ли, говорит? Я тебя уволю. Где он? Блин, ты капец. Я его на это, на автостраде потерял. Я тут Тревором удохаю. Зачем? Зачем ты его реально удохаешь? Я в Нарнию сейчас выкину его. Да господи. Он всю жизнь не видел Нарнии небо. О, какая-то... Я еле влез! Ладно, короче, все. Так, смотрим, если значит... Слишком много ест. Должно было сработать. Здесь никого нет. Видимо, этого поймали. Где второй? Второй должен быть здесь. Не понял я. Ни одного, ни второго. Не доехал? Может быть, не доехал еще. Тупил. Может быть, доедет попозже, ребят. Мой батяра. Дрейс не доедет точно. Он без колес. Я не знаю только, кого куда я отправил. Я одного отправил сюда, а второго куда-то сюда. Короче, точно помню, что было здесь. Короче, ладненько, ребят, идем дальше. Думаю, в конце посмотрим. Возможно, доедет бот. Проверим, да, посмотрим. Да, короче, конявый, катайся, по сторонам смотри. Вдруг хамейдж найдешь. Итак, я не уверен насчет хамейджа, да, потому что, ну, который BMW-то уехала. Потому что реально, ребят, непонятно. Непонятно, угналась она или не угналась она. Поэтому, что такое? Машина без колес в воздухе висит. А, это нормальная тема. А! Тоха, наверное. Ну да. Полюбасу. Ну, полюбасу, полюбасу. По-любому. По-любому? По-любому. Угу. Я опустил ее на землю обетованную, так и быть. Да. Это слишком палево, да. Ага. А может быть такое, что Хома где-то по району катается вокруг нас? Да вряд ли. Думаешь? Вряд ли, конечно, да-да. Не думаю, знаю, поэтому... Ну я уже прокатился, чуть-чуть ничего не вижу. Поэтому, ладненько, что получится, не знаю, но надо, что получилось. Вертолет. Вертолет. Опа. Ты меня на... Ресочку опустил для тебя, что ли? Ну-ка на место верни. Она летала, да? Она летала. Я тебя понял. Ладно, я обратно вернулся еще. Ладно, я тебя понял, Ладно, ладно. Ребят, это уже последний угон на сегодня. Я там Голубкова сбил. Голубкова? Голубкова. А. Ну, может, кто-то из них Голубкова, я не знаю. Сейчас такое время живем, что... Ну, я понял. Дайте пропердолю. Не надо. А чё мне здесь метка делают? Так, куда ты все виляешь? А, она не ставится, я понял это. То Хома вообще в моих глазах уже не такой маневренный, как раньше. На нах. Хома? Или Хуракан? Хуракан. Хома, ну хуракан. И чё ты? Нормально ехать. Не хочу в ту сторону ехать. А где вы есть? На магистрали возле больнички. Да. Повернули в сторону стройки. Блин. Так, едем наверх, сейчас будем прыгать, наверное. Well. Ну ладно. Да я говорю, я медленный, как не знаю кто. Это вообще не работает так. Неплохо. Мы едем в сторону ГЕТТО! Я успел. Зараза. Короче, возле каблука. Возле Юрмы. На магистрали. Не совсем так. Ну как это? Ну иногда я там подрабатывал, да. Я тебя видел, что ты под магистралью катаешься. А куда выехал? Куда?
Под какой магистралью я на ней был? Найти не могу вообще. Все, я запарковался, короче, ребят. Я запарковался, времени больше нет, поэтому. Так, что ему знаете? Пока прыгаем, мы сейчас. Нет, я так и не понял, куда уехал. А, ты здесь катался? А, я там в туннель уехал. А, серьезно? Да. А я думаю, куда ты делся? Ты здесь, потому что катался, и думаю, блин, куда замкнул? Да, там же ЖД-пути в туннеле, потом уже я по подземной, короче, штуке уехал. В общем, не, знаешь, ну, с моей стороны. Да, как-то. Но ты, конечно, приписюлился сюда, прям капец, Вань. А, ты за мной ехал, да? Да, я прям позади тебя был, дистанцию держал. А, я понял, Фуфел, блин, конечно. Я поворачиваю, капец, я долго ее искал. Okay. Да. Я видел, что ты куда-то сюда повернул, а куда пропал, нет. А еще я знаю, что ты где-то около полицейского участка пропал. Ну да, вот я не нашел там. Вот она сверху, здесь стоит ламба, да, сверху. Это получилось вполне себе неплохо. Касперский реклама, понимаю. На машине написано. Это моя машинка здесь, а еще получается, что, ну... А, ну еще одну, которую сейчас я привез, это вот здесь находится. Вот, она стоит здесь, это РС-очка. Подожди, еще бот должен, один из моих ботов должен был уже довести машину. Если он приехал, то, скорее всего, приехал... Да, он приехал, хорош! Он приехал к военной базе Хамэйдж, да, хорош, нехуя хорош. Нехуя себе, бля. Да, вот это нормально. Какая военная база. Нормально получилось. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на каналы. Всем удачки и всем пока-пока. Пока, народ.